В Москве вспоминали погибших во время событий августа 1991 года. Тогда был создан просуществовавший всего 3 года Государственный комитет по чрезвычайному положению, ГКЧП. Люди с цветами пришли к месту на Новом Арбате, где 21 год назад 3 человека погибли при маневрировании бронетехники, которую по приказу ГКЧП ввели в те дни в столицу.